Размножение клематиса. О том, как вырастить клематис из семян, мы уже писали. Кроме семенного способа размножения, в культуре используют размножение клематиса осенними и летними отводками, пришпиливанием молодых побегов и делением куста. Деление куста проводится у растений не старше 6 лет. Сражаться с мощной корневой системой более взрослого растения очень трудно. Куст осторожно извлекается, корень очищается от земли и делится стерильным секатором так, чтобы каждая деленка имела на корневой шейке почки. Чтобы сделать отводки, осенью в октябре обрежьте с побегов листья, отделите отцветшую часть до первой развитой почки, сплетите их в жгут и уложите черенки клематиса в канавки со слоем торфа, закрепите их, сверху тоже присыпьте побеги торфом, затем забросайте землей и уплотните ее. Укройте растение на зиму лапником или сухой листвой. Когда наступит весна, поливайте место посадки часто и обильно. И как только появятся всходы, замульчируйте поверхность вокруг них торфом или перегноем. К осени многие из молодых растений будут готовы к пересадке на постоянное место. Выкапывать ростки нужно вилами, чтобы не повредить корни. Можно заложить отводки и летом, но тогда будет трудно сохранить побеги зимой. Весной лучше заняться пришпиливанием побегов. Побеги прошлого года вместе узла пришпиливаются в горшки с рыхлой землей и торфом, вкопанные в землю ниже уровня поверхности, чтобы при поливе не растекалась вода. По мере роста саженца в горшок досыпается бугорком грунт, и к осени из побегов вырастают отличные саженцы клематиса.